так начинается каждый мой утренний поход в туалет. Вот так вот эти демоны сатанята меня здесь встречают и построили мне вот такую вот, замуровали вот такую вот стену. Но вот этот, конечно, пассажир, я не знаю, что здесь делает. Мне кажется, друзья, его нужно посадить и подождать время. если мы к тебе еще вернемся, пока на часах 0-0-0-0. Поэтому, друзья, конечно же, все сатанические игры начинаются. Но, друзья, у меня есть очень хорошая новость. У меня есть вот такой вот антидот, вот такой вот на

<laughs> лысые мурахоеды, мурахоеды, лысые муравьеды, муравоеды, замуровали меня муравьеды, лысые котлеты, ладно, дру... Друзья, уважаемые дамы и господа, все только начинается, как вы видите, будет веселье, будет веселье. Они мне здесь помуровали, все замуровали. Вот такая вот бандочка здесь, знаете, дверьку мне закрыла. О, вход на кухню мне закрыт, да, вход воспрещен. Но, друзья, меня этим не купить и не взять, ой, то есть не подкупить, ой, то есть мне не запретить. Поэтому, друзья, уважаемые дамы и господа, как вы думаете, сколько лысых останется у дверьки в этой кухне, если я дам вот эту бомбежку лепешку. Напишите цифру в комментариях. Я думаю, ноль. Я думаю, никого не останется. Поэтому, друзья, уважаемые дамы и господа, проверьте свою удачу и напишите в комментариях, как вы думаете, сколько лысых останется после этой бомбежки лепешки. Итак, друзья, время пошло. И три, и два сапчки, и... и... Ха! Хорош! Хорош, ну да, это просто маленькая площадь Поэтому, друзья, знаете, здесь было Очень про... Очень просто Лысенькое, бесстыженькое Ну-ка, лусь Опа! Так так возможно всех накормить! Накормить поочередно! Смотрите, лысые, Ой-ой-ой! А что это такое за игра? Это какой-то репус, аэробус, квантовый автобус получается! Смотрите, друзья! Я вот так вот даю им соленье а они чего-то их вот так вот выбрасывают! Смотрите! Невозможно просто! Невозможно, друзья! Это такой че? Ой! Челлендж! Я случайно в руки его взял! Его же нельзя брать в руки! Смотрите, друзья! Это просто проклятый лысый человек! Ладно, друзья! Мне нужно взять вот такую вот бомбежку-лепешку! Такую вот ТВ! TV, ТВ-бомбежку-лепешку! TV, и вот так вот сделать. Очки Вот, друзья, теперь у меня появился вход туда, проход. Но вот этот человечек лысый меня чуть-чуть напрягает. Он как будто застрял в банке с огурцами. Лусь, не плакай, не плачь, была команда. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, друзья, конечно, пусто, потому что все эти гемоны повыедали все. Повыедали, понаедали, понажирали. Вот, смотрите, сидит, гад. Ну-ка, сейчас мы его посадим. Давно мечтал посадить вот этого лысого демона вот так вот на полку холодильника. Ну, ты посмотри. 3, вот нет, а вот так лусь! Опа! А теперь, друзья, возьмем бомбешечку лепешечку еще одну такую. Незамысловатую такую. О, вот такую вот! Вот это будет красиво! Лысый, я принес тебе покукушать! Покукушать, чтобы кукушка твоя не слетела с катушек. Лысый, смотри на меня, когда с тобой разговаривает старший. О, гад, ну хорошо, ты обиделся на меня, да? Ну все, я тогда тоже умею обижаться. Лысый. А, -а, а, смотри, только хотел бы скормить бомбежку лепешку, сразу же на меня обратил внимание. Не слово отвернулся. Ну ладно. Раз от вернулся, лысый, тогда, а, а смотрите, посмотрел, ну-ка, ну, а, о, смотрит. Ну, хорошо, друзья, знаете, мне он уже надоел. Три, две, одна. Апчки! и ха! Ха-ха-ха! Хорош! Ладно, друзья, у нас еще там куча всяких, ну, ну знаете, дел, так сказать. Так, друзья, у нас здесь еще. Можно взять мыльный пистолетик, вот такой вот игрушечный. Давайте, пока положим его вот здесь. Так, друзья, теперь берем вот такую вот беленькую штучку и разблокируем дверьку в наш подъезд. Ай, чхи! Хорош, друзья! Теперь смотрим, что у нас справа. Ничего... О, дядя Вове тоже замуровали стену. И там замуровали, божечки ты мой. Вот это да. Вот это, друзья, вы уже знаете, что-то на таком, на серьезном, ничего себе. Целая стена. Ну хорошо, друзья. Мне для этого понадобится вот такая вот магическая бомбежка. Лепешка вот такая вот, знаете, друзья, переливающаяся вот таким вот цветом. Ну то есть, вернее, светящаяся. Итак, друзья, попробуем это вот скормить, вот эту штуку лысым вот этим котятам. Как вы думаете, сколько... Останется лысых вот на этой стене. Я думаю, друзья, останется не больше, не меньше. Я я ставлю два. Я думаю, там во втором туре, друзья, останется два лысых. Итак, друзья, начнем. И раз, и два, и три сапчики, и... ха! Хорош, ничего себе, не, какие там два, боже мой, ничего. Себе. это просто, друзья, очень сильная была бомбежка-лепешка. Итак, друзья, нам нужно пробить ход дяди Вове туда, вы вот, знаете, в квартирку. Ай, келусь! Хорош, ничего себе, там еще, да елки-палки, ну что это сегодня такое, друзья, за день, с этими лысыми, которые уже вообще, знаете, друзья, потеряли страх, ну знаете, хотел проверить, что будете стать дать самому нижнему, рухнет там вся лысая, ну, пирамида или нет, ну-ка, три, две, одна, лусь! Хорош, ничего себе. Лустула, так лустула, да? Лысая у тебя Лустула, аж за ушами, зашири, села, Ё моё Так, вот это, друзья, я буду играть знаете, ну такая игра если выбивала называется. Так, мне нужно... Опа, да, вот, смотрите, так. Я надеюсь, больше, друзья, здесь ничего нету. Посмотрю, вот так вот все кругом, так, все нормально. Возвращаемся обратно, друзья. И мне нужно вот этих всех лысых посчитать. Итак, друзья, я считаю до пяти, не могу до 10. 20, 40, 25, я иду вас всех считать. И раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Буду знать, друзья, что вы смотрите мое видео От начала и до конца Но это, друзья, еще не конец Итак, друзья, продолжим Так, здесь все у нас вроде чисто Так, у дяди Вовы уже все, друзья, знаете Ну, все лабиринтики чистые Хорошо, давайте идти дальше Так, я думаю, что как бы мы уже вроде бы все очистили Ну, посмотрим на всякий случай О, на всякий случай Вот, друзья, приехали на лифте К своим друзьям Друзья вот уже ждут в подъезде. Боже мой, какой беспредел. Ничего себе. А это вот шайка приехала на лифте. Хорошо, друзья. Мне нужно эту шайку разогнать. Потому что дядя Вова даже не сможет пройти через лифт. О, у нас еще осталась одна вот такая вот бомбежка. Лепешка желтая. Для вот этой вот шайки вот этот вот. Вот этой вот. Ой, то есть вот этой вот. Этой вот. Итак, друзья, начнем. И раз. И до вас. И три. Зайчики. Хорош! Ну-ка, еще лифт вызову. Сейчас посмотрим. Сейчас еще одна шайка вдруг приедет. ё Зачем я вызвал лифт? Так, от отправляйтесь туда все. ё Не мешайте мне, не мусольте. Хорошо, друзья, сейчас проверим, что у нас еще здесь есть. Так, в туалет. А, вот же нужно еще эту банду всю разогнать. Ну, ё-моё. Лысый, тебе, конечно, хорошо. Смотришь, сидишь с мультики. ё У меня посмотри, сколько дел. Иди мне помоги. Так, вот это поговори с ними, ё-моё. Лысый, поговори с ними, скажи, чтобы они расходились. Ну, елки-палки. Ладно, друзья, у меня с чего-то Компьютер подглючивает от количества этих лысых. Так, лысенька, хорошо, ты кушаешь бананчики, поэтому мы тебе их э, вот так вот, чтобы ты быстрее их съел, заберем. Заберем, чтобы быстрее съел. Мне нужно открыть дар врача, друзья, и обязательно здесь найти какую-то тоже приколяшку, чтобы. О, ну-ка, лысый, Понял, я все понял, ничего не изменилось. Так, еще нужно поддать гаску. Ага! Опа, да, пошел, хорош, вот человек, вот человек умный, с самым высоким IQ в мире, смотрите, разбух и пернул, как лопух, ну, самый умный человек в мире. Ладно, друзья, мне нужно взять бомбежку пешку и пробить вход в туалет, чтобы лысому дать возможность сходить в туалет. Итак, друзья, три, и две, и одна, апчхи, ха, хорош. Снова никого нету. Итак, друзья, магический чехок, чхи, магический ч-ч-чехок мне помог. чих, ой, то есть э, магические обчхи, магический обчхок мне помог. Так, друзья, так, что мне дальше сделать, я не понял. Я, а, -а, -а! мне же нужно было вот этого человека посадить вот сюда вот на вот эту крышку заветную, на вот эту приветную, приветливую, лысый, вот так вот, отправляйся ты там, 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 ты найдешь там много друзей, только не возвращайся, лусь, понятно, друзья его отвергли, хорошо, друзья, поэтому мне нужно взять для сильной крепкой дружбы вот такой вот магнит. Этот, друзья, магнит объединяет людей в одно целое и заставляет их дружить. Вот смотрите. И лусь! Смотрите, как дружно стало, все дружатся сразу, друг с другом дружатся, подружились. Поэтому, друзья, еще нужно дать этот один магнит, чтобы подружились те люди, которые приехали к нам на лифте. О, наверное, все-таки я дам этот магнитик вот этим ребятам. Лусь! Ну-ка, давай, опа-на, вот, смотрите, друзья, подружились, вот, магический магнит все-таки дал свои плоды. Ой, смотрите, что с ним такое, что это с ним такое? Не пропустите, конечно, мою следующую серию. Но эта серия что-то очень интересная. Смотрите, получилось. Что это за червячок такой? Не пойми. Что это такое? Лысый. Что с тобой случилось? Тебе что, не купили киндер-сюрприз? Что это? Смотрите. О, вы каблучивает человека молодого! Молодой пчеловек! Что с вами случилось? Эй, пчеловедная, смотрите! О, пчеловод пчелиный, ё вот это да! Вот закрутила! Вот, друзья, что будет с людьми, если им не купить и киндер-сюрприз! Смотрите, как каблучит! О, раскаблучила! Смотрите, какой подкаблук лысый! Ничего себе! И на голове! И так, и сяк! ё -моё. Вот, а это что ты делаешь? Лысый! Да не пугай меня! Ой, какая рептилия страшная, лысая, божечки ты мой. Настоящий какой-то демон. Такого я еще не видел. Смотрите, это... Ой-ой-ой, что это за танцы? елки палки как ты так сделал, лысая, Я не понял. А как это ты так сделал? Непонятно. Может тебе дверьку убрать? Давай вот сюда. Ой, смотрите, законтузила. Ёкарный попугай. Вот это да. Ну всякое, друзья, было, но еще таких танцев у нас не было. Это, друзья, такие танцы не танцуют даже испанцы. Посмотрите, во, как чудят, вот во, что чудит. Куда ты собрался? Смотрите, лось, 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 ничего себе, вот это кайфует. Да не упади, не упади, только туда, пожалуйста, ладно. дотанцевался. танцевался. Вот, друзья, а я говорил, не бесись. слышишь? Ты понял? Смотрите, как у него напуганные глаза. Я же говорил, нельзя беситься. Ну не купили какие-то сюрпризы, а не купили. Ну зачем? так беситься. Ладно, друзья, уже мои дамы и господа, эта серия подножку подходит к концу. Ставьте лайк на видео, подписывайтесь на канал и не пропустите мою следующую интересную уповорочительную серию. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю. И не забудьте поставить лайк. А?